Если вы будете в Риге, побывайте в одном из новых районов города, Кенгаракс. Мы приехали сюда, чтобы снять фильм о школе номер 72. Обычной, общеобразовательной школе. И в то же время несколько не похожей на остальные. Дело в том, что в ней ведутся поиски новых форм физического воспитания школьников. Каждое утро все без исключения ученики выходят на общешкольную зарядку. Только очень плохая погода заставит провести ее в классах. Или 11 лет все наши дети проводят в школьных классах. За это время школа обязана не только выучить их, но и воспитать здоровыми людьми. Как добиться этого? Мы с вами знаем, что так называемый большой спорт и слишком раннее вовлечение в него детей не способствует массовому укреплению здоровья. Другое дело – физическая культура. Архитекторы, которые 15 лет назад проектировали эту школу в новом районе Риги, заботясь о будущем, отказались от типовых проектов и построили для школы стадион, два бассейна, несколько спортзалов. Сейчас родители заботятся о том, чтобы ребенок умел плавать, умел бегать, умел... В общем-то, физически быть развитым, и они понимают это и стремятся вот отдать в школу, где такие условия, как в нашей школе, созданы. Особенно трудно у нас идет набор первоклассников, потому что очень большой конкурс. Учителя физкультуры получили уникальную возможность работать нестандартно, с выдумкой. В кабинете Зиновия Алексеевича Новоченко, заместителя директора по физическому воспитанию, регулярно собираются учителя, обсуждают сегодняшние заботы и дальние цели. Кстати, все учителя физкультуры здесь с высшим образованием, кроме одного, который сейчас учится в институте. Основа преподавания физкультуры, естественно, урок. Тут важно не упустить каждого ученика. Но как это сделать за 2 часа в неделю, отпущенные в общеобразовательной школе? Ведь детям необходимо 12-14 часов. Как обеспечить такую физическую нагрузку? Не за счет же других предметов. Как же мы можем узнавать о том, что происходило много-много лет назад? Ацетилена, Ринда, Слобода, Ринда. Пожалуйста, Tā pirmais momentiņš, jā, skaties, draudziņ, divi reizi, divi veseli, viena puse, jā. В 72-й школе начали, казалось бы, с самого простого. Все перемены здесь по 15 минут. И в это время для ребят открыты спортивные залы и площадки.
все, чему надо научиться на уроке, ребенок получает не по принуждению, а с увлечением, буквально играючи. Возможно, поэтому мы ни разу не видели во время уроков ни одного ученика, подпирающего стены. Все это вещи общеизвестные. Просто в 72-й школе о них никогда не забывают. В течение всего учебного года здесь проводится своеобразная олимпиада. Когда-то Диоген сказал победителю олимпийцу: «Чему ты радуешься? Ведь ты победил тех, кто слабее тебя». В школе возможности у всех равные, так как участвуют в соревновании класса целиком, а это значит, что есть и сильные, и слабые. И расхожий принцип «важна не победа, а участие» здесь срабатывает впрямую. Очки, заработанные каждым, идут в общую копилку класса. Здесь все разумно. Коллективизм в достижении цели, гласность результатов, индивидуальный подход к каждому. Роман в прошлом году получил серьезную травму. Вполне возможно, что в другой школе его просто освободили бы от физкультуры. Здесь он занимается по индивидуальному плану. И его, пусть пока еще скромный результат, также идет в зачет классу. Так школа, обучая, одновременно воспитывает. Теперь уже во многих школах страны используют домашние задания по физкультуре. Рижане делают это не первый год, что помогает привить школьникам самостоятельное отношение к себе и к своему здоровью. В конце концов, ведь физкультура – это часть общей культуры. Так же, как чистота и гигиена. Второй бассейн отдан в учебные часы старшеклассникам. Здесь не стремятся вырастить чемпионов, но каждый выпускник 72-й школы наделен радостью свободного ощущения себя в движении. Ну, вообще у нас, начиная со 2-го класса, все школы обязательно занимаются обучением детей плавания. Это как уже по школьной программе положено. А в нашей школе дети, начиная со 2-го класса и кончая 11-м латышский поток, обучаются плаванию и на уроках физкультуры. У нас урок физкультуры идет как плавание, само собой. Это, конечно, очень помогает детям, очень здорово. По анализу заболеваемости, какой мы даем в конце года, допустим, да, у меня школа больше других в нашем районе, самая крупная такая вот сейчас, 1700 детей, а заболеваемость ниже даже, которая меньше по численности. Вот ОРЗ, бронхиты, там пневмонии у нас вообще там такое исчезает. Дети, вот, это мы считаем, с доктором вот проводили анализ весной, мы считаем, что это за счет плавания, за счет уроков физкультуры. Необходимые 12-14 часов физической нагрузки в неделю складываются из разных мероприятий. Одно из них – районные междушкольные соревнования. Ничего нового. Но рижские школы выставляют не команды специально подготовленных ребят, а классы целиком. Например, это 4-й Ж, участник соревнований по туризму. После уроков физкультурная работа не кончается. Наступает время занятий в секциях. В школе их более 15, по самым разным видам спорта. Так что каждый может выбрать себе по вкусу.
не по перспективным возможностям, а именно по вкусу. В эти часы в школу приходят родители, которые берут на себя обязанности тренеров на общественных началах. В этой секции мальчики успевают потратить столько сил и энергии, что вечерами им уже не до молодечества во дворах и подъездах. Кстати, Юрис весь прошлый год провел в санатории, но не только не освобожден от физкультуры, но, как видите, ходит в секцию общефизической подготовки. Полностью мы от физкультуры не освобождаем. Полностью от физкультуры у нас есть спецгруппы, только такие ребята, которые занимаются в кабинете ЛФК, которым в школе нельзя заниматься. У нас было 9 человек на прошлый год таких на всю нашу школу. А полностью не освобождаются. Они все равно или разминку, или общая физическая подготовка, все это они делают, потому что ребенка освободить от физкультуры нельзя. Как он будет развиваться? Мальчикам сила, девочкам гармония и красота. В бассейне в это время мы увидели, как бывшая пловчиха, мастер спорта, учила плавать одного единственного мальчика. Прежде он серьезно болел. Между прочим, этот мальчик учится в другой школе. И эти ребятишки тоже не все из 72-й. Причем кое-кто из так называемых неблагополучных семей. Это дворовая футбольная команда. Такая распахнутость большого школьного дома – свидетельство отеческой мудрости его хозяев. Ведь таких школ, к сожалению, еще немного. И это богатство должно быть достоянием не только тех, кому повезло здесь учиться. А вы знаете, это школьный стадион, так это очень удобно это всем окружающим жителям. Но, к сожалению, мало кто его использует. Когда я работал до пенсии, я был инженером. Когда я вышел на пенсию, я стал слесарем. Но все-таки я занимаюсь и в первом случае, и в втором случае систематической физической профилактикой. Здоровье равно необходимо и детям, и взрослым, и родителям, и учителям. Интересную точку зрения о пользе физкультуры
высказал нам учитель физики Мирослав Антонович Тумановский. Зачем мне это нужно? Мне это нужно для того, чтобы я мог быстро переключаться. Я считаю, что вот если работать в школе, тут без быстрого, вот я серьезно говорю, без быстрого переключения невозможно. И если ты хорошо будешь переключаться с ребятами, тогда о тебе будет хорошая репутация. Потому что если я после 10 класса буду нудно там как-то очень заумно говорить с маленькими, или я с маленькими начну сюсюкать с 10 классом после 6 класса, тогда репутация будет дурная, это я уже точно знаю. А умение переключаться — это вообще самое железное, что есть. Жена врач, и к тому же врач-психиатр. И уж там по ее работе отлично вижу, как это нужно уметь переключиться. Даже любому человеку, придя с работы, придя домой, умение переключаться — это благий дух в семье, скажем так. Если кто-то муж пришел с работы домой, или жена, и там начинает наголо другого высыпать, потому что она там накопилась за всю работу, ну тяжело, в общем-то. Еще одна грань заботы о детях. Обязательные 9 раз в году дни здоровья. Прихода этого дня ждут с нетерпением. Но ученики рады, что в эту субботу у них нет уроков, а родители и учителя – возможности провести весь день с детьми на свежем воздухе. 6-й Е Тумановского проводят его за городом, в прибрежном местечке Каунгале. Здесь все в радость. И костер, и придуманные детьми игры, и смешная эстафета, и легкое дыхание. Мы завидовали этим ребятам. Когда мы учились в школе, у нас не было ни таких учителей, ни таких поездок, ни стадиона, ни бассейна. В течение десятилетий мы вкладывали деньги в большой спорт, пестовали рекорды и рекордсменов, забывая, что гораздо важнее для страны общее здоровье народа. Нам остро нужны такие школы, как Рижская 72-я.